Береги мотоциклиста. Каждый водитель, проезжая в пятницу вечером по Криковскому шоссе, мог получить листовку из рук настоящих байкеров. Брутальные мужчины в ярких жилетах устроили акцию «Внимание, мотоциклист». Не секрет, что этот вид транспорта намного экстремальнее и травмоопаснее, чем обычное авто. Потому не стоит забывать, что на дороге все равны. Соблюдать правила обязаны все. Порой, чтобы спасти жизнь, достаточно посмотреть в зеркало перед маневром и включить поворотник. Возможно, там движется человек на мотоцикле.